3D-азбуку разработали кустанайские студенты. С помощью мобильного приложения обычный алфавит превращается в анимированную картинку, озвученную на нескольких языках, что позволяет в игровой форме обучать латинице даже дошколят. Материал Натальи Строковой. Азбука работает по принципу дополненной реальности. Прикладываешь к книге смартфон, и появляются анимированные картинки. Люди с нарушением слуха могут выучить латиницу визуально. А для тех, кто плохо видит, есть специальная озвучка. Над этим проектом студенты работали несколько месяцев. Это только прототип, который мы будем дорабатывать. В дальнейшем мы также собираемся внедрять данную функцию дополненной реальности и в другие наши продукты. Выпускники молодежного проекта «ЖАСКА Сыпкер» планируют сотрудничать с детскими садами и школами. Проект разработан в игровой форме и предполагает легкое изучение казахского алфавита на латинице. В 2020 году будет внедрена в учебный процесс для дошкольников и для школьников казахский язык на латинице. Мы решили подготовить детей, чтобы им было интересно читать книжки, чтобы они стали познавать именно латинский язык. И поэтому мы решили создать нашу азбуку «Вау Алипе». На раскрутку проекта студентам не хватает денег. Вся надежда на государственный грант в 500 000 тенге, который можно получить в рамках проекта «ЖАСКА Сыпкер». Наталья Строкова, Эрмек Мухамедьяров, Кустанай, Хабар 24.